Разворачиваем голову клиента немного к себе, расчесываем волосы по направлению моих будущих проборов, ставим указательный палец на уголок расчески, приподнимаем левый локоть, приподнимаем правый локоть, фиксируем локти, ставим зубец, который идет на расширение, плоской голове, и с помощью корпуса создаем базовое разделение. Расчесываем волосы, которые дальше от меня, с помощью редких зубов расчески сначала. Далее для более плотной фиксации используем частые зубы расчески. Двигаемся. И ту сторону, которая ближе к нам, расчесываем волосы вниз. Можно использовать редкие, потом можно использовать частые. В зависимости от той текстуры волос, с которой вы работаете. Переходим на правую сторону. Позиция тела находится за спиной клиента. Приподнимаем левый локоть. Ставим большой палец на уголок расчески. Приподнимаем правый локоть. Кладем расческу плоско к голове. И с помощью корпуса создаем базовое разделение. Фиксируем большой палец. После чего делаем шаг в правую сторону. Расчесываем редкими зубами расчески на себя. После чего меняем расческу. И с помощью частых зубов расчески расчесываем от себя ту сторону, которая дальше от нас. Тем самым мы создали с вами базовое разделение, ориентируясь на височный выступ и макушку.